Начинается. Всем привет! Приглашаю всех в город Белгород-Днестровск на выставку. Ориентировочно с конца мая до середины июня. Первую неделю выставки будут разнообразные перформансы, мастер-классы, в общем, ивенты с местными жителями и гостями города. Выставка будет посвящена роботам, которые 3000 лет назад потерпели крушение в районе нынешнего города Белгород-Днестровский. Упав, их летательный аппарат образовал кратер, который заполнился водой с реки, которую мы сегодня знаем под названием Днестр. Люди спасли этих роботов. Роботы, в свою очередь, чтобы отблагодарить людей за свое спасение, разобрали свою летающую тарелку и собрали тапки великану из Акермана, который кошмарил местное население с просьбой изготовить ему тапки. Так как технологии 3000 лет назад, сами понимаете, какие были, люди изготовили ему эти тапки то из дерева, то из соломы. Ну, в общем, кто будет в таком долго ходить? Вот, на сегодняшний день мы имеем один тапок великана из Акермана и банду оставшихся роботов. Приглашаю посетить город Белгород-Днестровский и отыскать побольше роботов. Пока-пока. И самый главный вопрос. Где второй тапок великана из Акермана? У нас есть вот такой робот. Мы его назовем робот Уте. Ему нужна голова. Сейчас будем делать. Мне кажется, что это прямо та голова, которая нужна. Столько алюминиевых вещей ты прикрутил к роботам, это понимаешь, извращение. Я уже снимаю. Снимай. Прямо здесь.